Oi, kas tu malacis esi, Vitiku? Jā, labs. Ai, labs. Šo vien mazums. Kaut gan tik daudz nebūs. Piec. Es domāju, ka piec. Оператор машинного доения. Идут собирать браконьеры. Погодка из... Типа эти? Материал? Ты как-то маловато текет. Мне кажется, или я забыл, как раньше было. Было в прошлом году больше. Быстрее текло, не? Да. Или теплее было уже? Вот явчик тут желтенький стал. Черпает, набирает. А мы, по-моему, раньше делали этим, не? Воронку заливали, не? Не знаю. Что-то я не помню, как мы в прошлом году собирали. Не? Не воронкой? Ну, может, да, не. В прошлом году. Спенка. Пиво. Да, пейте пиво пенное. Как первачок. Блестит. Прозрачненькая. Соседнюю деревню. Едем к бабуле. Булям. К бабулям. Настраивать тарелку, чтобы бабуля могла смотреть BBC News, Euro News. О, кони. Кони без пони. Куда эта машина поехала? Биокосилка. А они эту яблоню тоже будут жрать наши? Мало ли. Ну вчера вот дело тепленько было, да. Здравствуйте. Ой, здрасте. А что, вы нас не рады видеть? Конечно. Кто будет клубнику обрабатывать? Смотрите, какие тут подснежники. Да вылезли прям посреди, посреди двора. Ты что, первый раз увидел подснежники? И тут что-то повылазило. Вон тут какие-то желтенькие цветочки. А синенькие какие-то тут. Пока камера настраивала, лошади перестали бегать. Набегались. Пришли все на водопой.
И Гринго пришел тут докапываться до Витька. Витек, точнее, пришел докапываться до Гринго. Тоже хочет попить. Ах, такие хулиганы. Хулиганы. Витек тоже пришел попить водички, да? Шел по темноте и лягушку встретил. 3 апреля. Снег повалил. И на улице 1 градус только. Вот, как-то так. О, поезд. Почти 4, да, без 15:04 Олайна едет, поехал в Вильнюс. А это Волынский переезд. Побег крота из Эглитес. Убегал. И что-то он прекратил убегать. Или наоборот, шел и в столб мочился.